Хаюшки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам скрытый сундук для Майнкрафта Bugs Edition. Ну, собственно, вот такой довольно простой механизм, который поймет каждый, но вот сейчас мы находимся в комнате, в которой есть всего лишь две картины. Да, ничего такого обычного, но есть также, конечно, и диванчик. Ну и как же я мог забыть про рычаг, который здесь выполняет самую главную роль, открывает наш блок. Собственно, вот пошел наш сундук. Привет, сундучок. Но здесь может быть не только сундук, здесь может быть верстак, в том числе и печка. Собственно, давайте тогда будем делать верстаком. Ну, давайте начинать. Собственно, я сейчас боюсь наткнуться на свою ямочку, которая здесь уже была. Ну, давайте сюда поставим поршень. То есть, так и должно быть. Так, ну, собственно, вот я на нее наткнулся. Ну, маленько пока подождите, друзья. Сейчас вы вообще ничего пока не повторяете. Так, сейчас я все закопаю. Ну, собственно, вот теперь начинаем. Сюда ставим красный факел. А здесь, опять же, я закапываю свою ямочку. А, проводим здесь редстоун. Теперь переходим сюда, ставим блок, который будет выдвигаться, то есть будет в роли стены. Сюда ставим наш поршень, и сюда ставим блок, который будет выдвигаться, то есть он будет, друзья, у нас главной ролью. Сюда ставим повторитель на две палочки вперед, проводим также от него, конечно, редстоун. Хотя нужно подумать, да, давайте проведем редстоун, и давайте его, конечно, у нас нужно же так, вот так сделать, друзья, короче. А сюда опять же ставим повторитель, и его делаем уже на максимум, на полный максимум, чтобы было вот так. Опять же от него проводим редстоун, ну и почти самая последняя у нас штучка. Мы теперь делаем так, чтобы эти провода не смыкались, вот так, и теперь ставим сюда рычаг. И как видите, наш механизм работает, собственно, теперь все можно закрывать и делать довольно красивый механизм. Собственно, мы сейчас ставим стеночку, и сейчас вам покажу, как работает механизм, то есть поймет каждый. Ну, собственно, все зависит от этих повторителей. Если здесь есть хотя бы одна в палочку, друзья, то здесь нужно ставить на одну палочку вперед, после чего ваш механизм будет работать. Сейчас он очень быстрый, в том числе он, конечно, и шустрый. Но если будут одинаковые палочки, то работать механизм не будет. Также, если здесь, друзья, не будет палочек, то есть вообще не будет палочек, механизм тоже не будет работать. То есть он просто сломается, как он сломался и сейчас. Ну, собственно, вот такой механизм. И на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.